Всем привет, всем здравствуйте. Пришли вот три очередные посылки с сайта AliExpress. Вот на данный момент то, что я заказал, это чехол коллеги по работе для телефона Fly IQ 4413. А также две неизвестные посылки. Я даже не знаю, что там внутри. По трек-номеру ничего не отслеживается. Сейчас распакуем и посмотрим, что же там нам пришло. Начнем. Вот тут так и написано, что чехол для Fly IQ 4413. Заказывал коллеги, потому что в городе дорого стоит. Поэтому сказал, что выгоднее заказывать на AliExpress, потому что так что у нас на рынке так же само продают с AliExpress, а только цена в три раза больше. Посмотрим, что нам тут пришло. Кому не нравится качество видео, то извините. Штатив едет. Как приедет штатив, будет сразу качество получше, без всяких вот этих потрясок и так дальше. Ой, извините. Коллеге заказывал чехол в розовом цвете с бабочкой. Сейчас посмотрим, что пришло. Если что, сейчас сделаю темный экран на пару секунд, распакую и покажу. Так, вот откромсал тут снизу. Смотрим. Продавец был ненадежный. У него заказов мало было, отзывов тоже. Так, посмотрим, что пришло. Пришел вот такой вот чехол для Fly IQ 4413. Кому нужна будет ссылка на такой чехол, то пишите в комментариях. С радостью оставлю. Напишу. Такая вот бабочка здесь. Держится на магните. Продавца было в описании, что пластиковый, но тут почему-то идет силиконовый бампер. Вроде бы все склеено хорошо. Данное видео я тоже снимаю не ради заработка, а просто чтобы я мог доказать продавцу с AliExpress то, что он мне прислал какой-то бракованный товар или не тот, что я заказывал. Вроде бы все вырезы присутствуют. Такая вот прикольная бабочка. Ну, в принципе, поставим продавцу 5 звезд за то, что оперативно прислал. Посылка пришла за 25 дней. Это, конечно, кто скажет, что и много, но у нас приходили и дольше. Следующие посылки вот такой вот маленькой. Даже не знаю, что там внутри. Походу там или фрезики, или еще что-то. Да, конечно, без штатива неудобно снимать. Но уже потерпите, ребята. Уже заказал, едет. Ну да, вроде как бы тут фрезики эти китайские. Коробочка, конечно, помялась так немного. У нас в городе не намного дороже такие презики. Гандоны, как говорится, 10 штук. Большое количество тут
Идет 10 штук. Большое количество заказов у продавца. Ну, в принципе, все нормально. Сейчас посмотрим, что пришло вот в этой посылке у нас. Тут или тоже презики, или что-то другое. Не понять. На 11.11 я заказывал очень много товаров. Вот не знаю, что придет первей. То, что я заказывал, или еще что-то. Тут пришли, наверное, походу эти гандоны китайские. Ничего на английском толком нет. QR-коды, какие-то гарантии. Зеленые упаковки такие интересные. Big Big Buy. Че Big Big Boy. Дальше у нас такое, как бы, спасибо за то, что заказали у нас. И просьба оставить 5 звезд. Ну, посмотрим по качеству. У кого в городе дорого стоит, то рекомендую заказывать вот такие вот. Потому что то, что у вас в городе продают, это то же самое продают, то, что и в магазинах. Просто с небольшой наценкой. В Китае вот можно без наценки заказать на год вперед. И пользоваться. Тот, кто еще не готов стать папкой. И все. Ну, такие вот посылки были сегодня. Всем спасибо за просмотр. Как придут очередные посылки, буду снимать видео. Не в качестве заработка, а в качестве того, чтобы я мог предъявить претензию продавцу и сказать, что так-то, так-то товар пришел поврежденным. Так, всем спасибо за просмотр. До новых встреч.